И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю очередной видосик. По нашей всеми любимой игре, сегодня откроем контейнеры, у нас в игру добавили краски за футбольные команды, поэтому вероятность их выпадения в контейнерах тоже имеется, поэтому откроем сегодня контейнеры по 4 на каждом аккаунтике, на моей основочке, на чемпионе, на среднем аккаунтике и на бездонатике. Итого в сумме сегодня получится у нас 12 контейнеров. Посмотрим, что сегодня выпадет. И этот видосик такой будет, я думаю, не длинный, если ничего такого сверхудивительного мне не нападает. Поэтому давайте быстро будем открывать контейнеры. И будем смотреть, что вообще сегодня нам будет падать. 3500 кристаллов. Кристаллы явно лучше, чем нарко, но все-таки это белое свечение. И ничего хорошего нету, синее. 250 всех припасов. Я уже думал, что-то хорошее, годненькое, быстренько мне дропнется. Но ничего такого пока сверх хорошего не упало. Кстати, ребят, я записываю видосик с новым микрофончиком. Поэтому напишите в комменты, как вообще лучше записывать видео с новым микрофоном или же со старым. Все-таки качество звука должно быть лучше. Ну, а что касается того, на стримах, то могу сказать явный минус данного микрофона, то, что все клики по моей клавиатуре, все они слышны. Поэтому, ну, безусловно, есть свои плюсы, есть свои минусы. Третий контейнер, у нас падают аптечки. Пока я бы сказал, что не таких печальных контейнеров у меня здесь не было. 250 всех припасов, аптеки. 3,5К, но это все-таки кристаллы, а не какие-то мины. И последний контейнер, четвертый, давай красочку. И это тоже кристаллы, 3,5К. Итого 7000 кристаллов, 250 всех припасов, 125 аптечек и все. На этом все. Так, переходим на следующий аккаунтик. Ну и, конечно, не забудьте, ребятки, поставить лайкосик данному видео. Подписаться на канал, если еще не подписаны, и участвовать в определенном еще новом конкурсе, который будет запущен при этом видео. Если на этом видосике наберется 100 лайкосов, то я обязательно дополнительно таки разыграю 3 контейнера среди тех, кто прокомментирует запись данного видео. Но у нас уже следующий аккаунтик, только вот захожу на него сейчас. Званочку, кстати, ребят, недавно получил. Не знаю, возможно, запишем ролик какой-нибудь по мега-нагибчику. Ну, а сегодня просто откроем контейнеры. И падает у нас двойная защиточка. Будет печально, если никаких красок мне не дропнется. Хотя вероятность выпадения имеется. И 10 кокри, это уже неплохо. Три контейнера так быстро, оперативно я щелкаю, открываю. Из трех ничего такого не было нормального. И тоже все нарки подавала. ДАшки, ДДшки, нитры. И 100... Ой, какой 100, говорю. 10 тысяч кристаллов. Не сказать, что прям супер мне повыпадало. Но и не сказать, что прям что-то печальное. Поэтому быстренько, оперативненько переходим на следующий аккаунтик. Я думаю, что с этим видосиком я долго затягивать не буду. Все-таки это у нас открытие контейнеров. И смотреть... Просто что я там балаболю не поделаю, тоже как бы вам не интересно. Поэтому быстро, оперативненько попытаюсь все это дело открыть. И, конечно, если мне сейчас без доната что-то дропнется, я был бы, конечно, безусловно, рад. Так, что у нас тут? Донатку какую-нибудь сменить. Заметил изменения у нас по миссиям. Теперь вместо режимов там CP-CTF пишется именно... Например, каждый сам за себя вместо ДМ. Тут тоже произошло такое какое-то изменение. Ну а мы продолжаем открывать контейнеры. 4 штучки у меня еще имеется. Синие и 10 голдов. Неплохо. Голды пойдут. Пойдет, пойдет. Голдишки лишними точно здесь не будут. Что еще? Еще синие. 25 крисов. 25 кокри, 2 контейнера, 2 синих контейнера на без доната. Это просто огонь, ребята. Кристаллы тут точно нужны все-таки. Я собираюсь покупать новые комплектики, поэтому они мне таки пригодятся. Давай еще что-нибудь годное. Красные! Красные! Ну что? Ну! Ну! Спектр! Ёб твой спектр! Нифига, красная дропается! 2 синих, зачем? Затем красный, ё-моё!
Просто ништяк, просто четко. Спектр на без доната, серьезно, серьезно. Блин, никогда не думал, что мне на без доната дропнется вообще такая какая-то красочка, но спектр, красное свечение, а вы говорите, что в контейнерах сейчас ничего не падает. Прошлое открытие было вообще печальное, падало только одно белое, а тут три контейнера, два контейнера уже синих и третья красная. Я думал, уже может лям Крисов сейчас дропнется. Ну, четко, 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 четко. Я уж думал кристаллы, но кристаллов не упало. Жалко в этом случае, безусловно. Но ладно. Спектр тоже красиво. Тоже годно. Красное это у нас, ребятки, одно из самых редких свечений, которое может падать в контейнерах. И поэтому очень-таки удивительно, что мне оно сегодня падает. Так что вот такие вот какие-то эмоции. Что-то, блин, годное, годное, годное упало хотя бы. Даже не хотя бы, а это четко. Я думаю, что многие ребята открывают очень много контейнеров, и у них ничего не падает, а тут мне просто с бесплатных, с халявных, с заданных, с 4 контейнера, 3 из них, 2 синих, одно красное, давайте последний быстро, оперативненько откроем, и белое. Ну, это ладно уже, там как бы без разницы уже, ускоряшка, хоть что падает без разницы после того, как ты открываешь контейнер со спектром. Извините, ребятки, уж в горле пересохло. Ну, четко, четко. 25к кри. 10 золотых ящиков. И краска спектр. На без доната опять у меня дропается краска. Вторая краска уже с контейнеров. И, безусловно, это четко. Мне очень таки это нравится. Что все-таки шанс выпадения у нас чего-то годного с контейнеров имеется. Просто должно очень жестко фартануть. Вот такое вот, ребята, у нас видео сегодня получилось. Если вам оно понравилось, то обязательно поставьте лайк. Даже если не понравилось, то все равно за спектр поставьте лайкос. Все-таки редко он сейчас кому-то падает. Подпишитесь, ребят, на канал, если еще не подписаны. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на нее будет в описании. Ну, а на этом данное видео подходит к концу. Спасибо, ребят, что смотрели. Пока, ребят.